Доброго ППС, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами, как всегда, невероятная тройка. Яша, Стрила, Артур, Блэк и Джеки Бой, Григорий, Джек Шепард. Всем привет. Всем привет. Здрасте, здрасте. И мы продолжаем играть в невероятный Мото Ориджинс. Для нас это все в новиночку, для вас, надеюсь, тоже. Если для кого-то не новиночку, то нам вас что? Правильно, очень жаль. Теперь мы заметили невероятный сарай впереди. Короче, мы из Метроицы вышли, там видели машину, всем ништяк. Видимо, машина не могла ехать в конец карты, я так думаю, поэтому там действительно что-то есть. Ну, может, остров продолжается, значит, на ист, мне так кажется. Ну, мне кажется, это уже такой пошел. Не знаю, сейчас посмотрим, короче. Слева у нас гора, на горе наверняка что-то есть, но туда пока не пойдем. У меня на самом деле хит-пак есть. А, но у меня нет. Опять людей убивает, кикает ошибки, СТСы, ужас, все. Реклама. Так. Так, хорошо, вы вооружены, я свой арбалет выкинул, потому что я ненавижу арбалеты. У меня два магазина, Артур, в одном 9, а в другом 8. Окей, ну это нормально, чё. Это я так на людей оставлю, зомбаков буду револьвером пить. На людей сразу, и я сколько не просил, что типа давай, типа мирными. Нет, я вот ответный огонь я всегда буду вести. Конечно. Они собираются нас напасть, и все. Он мне угрожает, да? А вообще, я как бы, я стараюсь больше слушать тебя и Джека, чем делать что-то самому, потому что так интересней. Не, ну помнишь этот, как на Намальске был, когда там этот товарищ на пикапе подъехал, до него товарищ... Да, это было круто, это было... Это что это вообще? Не стреляй, отлично, не буду все. Что это там стоит спереди? Дружились. Спереди у кого есть компас на 100. Там красный крест и машина, и тогда и подсвечивает 700 ретов, въехал, короче. Скорее всего, вообще машина и стоит. Такой грузовик, карета скорой помощи, похоже. А зомбак появился в амбаре. На нас. Поэтому решайте, наверное, его с Макарычей, да? А что, с Макарычей, его с топора сейчас? Давай с топора. А, так у тебя все-таки топор. Да, я же его взял. А я бы сейчас с арбалета его чпок, так и все, и пошли. Сейчас, а как думаете, на этой гигантской горе слева от нас что-то есть? Я думаю, нет. Судя по всему, там пусто. Окей. Молодой человек, идите сюда. Смотри, я тут, кстати, по зомбаку 4 раза впорол топором, он еще жив был. Но это не как на Мальске, молодой человек. И Чернорусь, когда я просто лупил по-страшному. Мужчина! Говорит, о, сразу рванул. Здесь какой-то... Куда он ушел? Нормально ты его убил. Он у меня жив стоит. Нет, я его не убил. Не, он просто вверх забежал. Я хотел, чтобы арбалет еще один. Две фляжки воды. Господи. Дерево внутри амбара выросло, лежит. Это нормально? Нормально. Арбалет, стрелы в нем есть? По-моему, просто арбалет. О, да, цемент. Просто. Две фляги внизу. Воды хватает, еды мало. Ох, сейчас мы с этой воды цемент будем мутить, походу. Канистра и сзади там фляжку есть. Здесь наверху ничего нету. Empty tin can только. И цемент. Ну все, я так понимаю, можно уходить смело. Ну да. Погоди, одно лишь дело осталось незавершенным. Кстати говоря, здесь вроде как в зомбях бывает куча всего хорошего, так что проверяйте. Спереди видите. Вижу какой-то... Так, давайте карету скорой помощи попробуем сначала, да? Я предлагаю... А впереди здоровый дом. Давайте вперед, да, в него тоже сходим, только давайте со стороны леса. А, не поп... а хотя, в принципе, тут за сеном можно прятаться, если что начнется. Ну, если что начнется, то из-за него придется не вылезать, потому что прибьют. А нет, лесу можно убивать. У нас три человека, мы будем смотреть, на кого настрою, он да, я с топором, да. А у Макарыча для чего? Пугать? У меня Макарыч и М-ка для припуга. А, понятно. У тебя Макарыч для убийства и М-ка для припуга. Нет, да. Просто с Макарычей будете стрелять, типа, ой, он по мне стреляет, надо прятаться. А Макарыч, когда бьешь больше дальше, чем на 40 метров, у него влево-вправо пулю уходит, куда угодно, на них типа. Зато страшно. Да, так, вот видите эту карету? Куда-то ушел. Да-да-да, вижу машинку. А это, судя по всему, не карета, кстати, вовсе. Это какая-то машинка. Громозека просто. Именно. Здесь опять самоделищная, да? Угу. Что, действительно самоделищная, что ли? Да, здесь машины самоделищные есть. Я вижу у нее этот там собачка. Господи, у меня собачка там завывает просто. Ладно, у человека свистка нет. У меня вот друг, мальчик, я с которым частенько в конференции сижу, у него мать купила себе собачку, знаете, такую маленькую, которая вот этот маленький демон, этот ненужный, этот бес. Как она визжит. Да, просто это ужас. Star 944, ребят, называется эта тачка. Там даже есть одно колесо. Да ты что? Прикинь. Слушайте, мне кажется, колеса стоит все-таки с собой носить. Ну, да. Я или спак взял, теперь, если что, можно будет набивать.
Ну, Элиспарк теперь не самый мощный, насколько я помню, да? Да, теперь чешский даже лучше, чем Элиспарк. Чешский 20. У меня вообще нет рюкзака. И еще есть койот бэкпак 25, да? Я не помню. Круто. Джек, проверь машину, Джек. Не так проверяю, в каком сигналке там работает. Это я врубаю. Да ладно, ладно. А это, кстати, Тавиано Транспорт. Это не Красный Крест, это... Так, одно колесо не хватает. Два, три. Не хватает трех колес. Че по гиру там в нем? Проверяю. Ничего нет. На самом деле машина даже с бензином, я могу ее слышать. Вижу вышку вроде как. Далеко-далеко впереди. Либо это транспорт, либо вышка. Далеко где? Вдоль дороги. Ребят, стена кончилась, если что. Может лучше в лес? А тут вроде как деревья, нет? Нет. Это туда дерево... направо не рванем, вот к этой гигантской постройке. А что там? Там ничего нет в ней. Ну, нет, за ней, за ней может быть какое-нибудь здание там, типа. Заводик какой-то, но на самом деле... Не думаю, не думаю. Нам бы до города, потому что я скоро начну поедать людей, если вы не дадите мне еду. У меня есть еда. Но у тебя она тебе самому не нужна, что ли? Ну так я ел, ну да, в принципе уже половина. У меня на донышке, скоро я захочу кушать. А у меня одна банка. Вот. А, у тебя есть все-таки еда, у меня еды. У меня музыка такая хоррорная пошла. Может мне тоже музыку включить? Cannot fire. Вы думаете, я не могу музыку включить, что ли? Как старый добрый, да? Ну. А вот мы. Они думали, значит, я не смогу включить музыку. И тут кто было? Какая-то нас. Мы куда-то должны прийти? Кто местный? А, местных нет, я забыл. Ну, куда-нибудь мы по-любому придем. Дорога. Впереди что-то есть. Господи, это богоподобно. Темнеет. Богоподобно да. То, что мы ни хрена тут не знаем. Вот это реально круто. Я, кстати, вот играл как на сервере Чинаруси, где, знаете, ночи были реально темные, когда прям вообще не видишь перед... Нормально. Четыре часа, видимо, прошло, да? Заговорил парень про ночи. Так вот, шикарно. Когда... Опять ночные серии. Когда мы ничего... Это как, знаете, админ пришел такой, лампочку так дернул, тик, выключил свет спать. Через 4 часа вернусь, да? Да. Будет у вас рассвет. Напомните мне, о чем я говорил. А, и там вообще очень темно, не видно ничего совершенно. То есть на вытянутой руке ты не видишь уже. Там просто черные негры воруют ночью уголь. И мы заперлись. И мы заперлись в старом соборе. В этом, в магазине, там есть магазин. И кидали там красные фаера. То есть, ну хоть что-то, чтобы увидеть. Сели там на складах и сидели, ждали, пока луна выйдет, хоть что-то просветляет. И просидели там около 2-3 часов. Не, просто сидели. Реально круто. Ну это атмосферно же. Да, да, сидели, общались, боялись там. Кто-то идет. Ты слышишь, кто-то там шаги. Кто-то. Осторожно, боевая готовность. Пока что, насколько я знаю, главная проблема Origins это то, что в нем только зомби. Кровососов. Тихо. Кажется. Кровососов нет, нет собачек зомбированных, нет тетенек. Да, собачки зомбированные это люто. И нет сталкеров нету, которые кричат и так делают. Ага. Ну, я думаю, со временем. Короче, эту модификацию, насколько я знаю, очень хорошо развивают. То есть за ней следят и серверов по ней. Она на втором месте сейчас после Чернорусии по количеству серверов. Да? А я думал на Мальск, представляешь? Нет, на Мальск, вот я смотрел, там где-то 300 серверов, а этого 900. Ух, нифига себе, как мы быстро... Да. Так что эта тема сейчас быстро набирает популярность и... Короче, вторая популярность после Чернорусии. И мы уже здесь. И мы уже здесь. И года не прошло. Приморская область, ребят. Круто. Спасибо, Джек. Хоть кто-то рискует и выходит. Да, но я просто думаю, что вы сзади, и я подбежал посмотреть. У меня есть план. Если будет ехать машина, Джек, ты так аккуратно штанину приподнимай, типа. Типа. Мужчинка! Да, а мы его раз. У меня две подруги, да, на прицепе. Нет, если ты скажешь таким голосом, он просто сразу уедет. Он тебя задавит просто. Подвези, малыш. Вот это уже интересней. Да. Скажи, у меня там две подруги в лесу. Джек, ну чё? Надо было тебе спальниться, как женщина. Почему ты не видишь вышки? Я не вижу вышки, потому что их нет просто. А здесь вот, вообще есть вышки, в принципе? Я думаю, есть. Ты, вот, я думаю, если эта карта больше, чем Чернорусь, то я думаю, есть. Ну, просто, может, они зажали, вышки не стали ставить. В общем, работаем, как обычно, да? Кто-то кричит лежать, все ложатся и ждут команды. И работаем, да. Все в истерике лежат. А, так вот, кстати, я еще говорил.
в той модификации, про которую я вам до этого рассказывал, там даже есть такие продуманные вещи, как включить электростанцию, выключить электростанцию, если ты ее включишь, то в городе будет свет, если не включишь, значит не будет. О, что-то прям вообще темнеет. Хорошо. Если что, гамму надо немножко убавить. У кого-нибудь есть эти флееры? Особенно мне понравился тот момент, где они бегут около леса. В сумерках. Ага. В этот раз уже не по лесу, а около леса. Да, заметьте. Жизнь какое меняется. Какое разнообразие. Ребята, я на секунду остановлюсь попить. Я понял. Мне кажется, или справа фонари светят на дорогу? Ноу. Хотя довольно-таки... Я вижу источник света. Они чуть-чуть светлее, да, чем... Слушайте, мне кажется, тот парень на машине... Мне все-таки кажется, надо было мне ту машину останавливать. Ну ты по колесам стрелял или... Я стрелял по направлению езды его, надеялся выбить его. Если бы я стрелял по колесам, мы бы потом не уехали, потому что вряд ли у него были колеса. Ну, хотя не знаю, я никогда не стреляю по колесам, я стреляю по водиле, вот так. Крутой. Да нет, не крутой, просто мне потом впадло машину чинить. Ну один раз просто было, да, тот великолепный выстрел, все его помнят. Ну естественно, там это не везение, ты что? Это скилл. Я там без одышки, без ничего, бегущий, с полного роста, с чейза-то, по шестерке, которая летела на кубырке. Полной скорости, по дороге, левой пяткой через седьмую. Это скилл, это не вы что, какое везение. Я больше не понимаю, как ты попал в первую серию в самом начале, когда... По наводке. А, нет, это не сложно. Да, по квадроцикле. На самом деле, если сравнить этот выстрел по человеку на квадроцикле и тот выстрел по вот этой шестерке, это небо и земля. То есть квадроцикл — это даже не уровень. Но там ты с первого раза пристрелялся, и с второго уже положило, по-моему. Ну... Там, ну, в общем, на самом деле, я сто раз пересматривал эту серию, это выглядит как такая лютая подстава. Да. Но это не подстава. И сейчас с нами Шустрила, мы найдем транспорт. Две минуты спустя. Квадроцикл, господи. Характерно, что до этого мы где-то 20 серий не находили транспорт вообще. Ау. Ты что кувыркаешься? Я, Артур сказал, приостановись, я лег. А, я думал, ты поехал уже. Не-не-не, я... Я пью воду. Тут вообще пахнет грибами, мне кажется. Мы можем дышаться. Мне нужен город. Сейчас. Если сейчас справа после этой лесополосы будет побережье, тупик, то я пойму, где мы находимся. То есть все-таки ты местный. Нет, я Origins запускал один раз и был в этом месте, побежал далеко вперед и так не добежал никуда. Я могу сказать только одно, что нам теперь ни назад, ни вперед, потому что назад бежать уже точно смысла нет. Ну, возможно, налево, потому что справа. Тоже не знаю, что там может быть вообще. Господи. Тут просто нефиг. Я вроде что-то вижу вдалеке. Чё, что такое быстрое, а? Чуть левее. Ну, потому что это же Джек Шепард. Сам молодой. Ладно. Бегу, бегу. Это господи, ты должен упасть. Зато у меня лицо мое вернулось невероятно синее. Хотя сейчас оно даже не видно, да, что синее, наверное? Высотка, оно ребят. Оно такое ужастиковое. Высотка? Я вижу высотку, да. Поздравляю. Там есть дома? Ну, высотка не одна, наверное, высотку. Или она тупо одна стоит? Две высотки. И либо это вот эти два заводских. Кстати, там как... Это город. Это большой город. Там светофоры. Повезло. Что еще круто в этой модификации, то что в ней можно выбирать, где респауниться. То есть тупо бегать по часу друг к другу, чтобы найти. Искать такого это... не будет. Да. Так, ну, что мы будем, хотя мы в первой серии столкнулись с небольшой проблемой, когда новая карта, мы еще ничего не знали, мы искали друг друга, даже когда выбрали одну точку спавна. Что говоришь, Джек? Я говорю, мы будем слева в город заходить или справа, потому что справа тут дома уже ближе к нам, а слева они чуть дальше. То есть как вы, с какой стороны пойдем? Давай до большого камня я впереди. Пока, да, у камня вас подожду. Смотримся. Я вообще не понимаю, пока... А если посмотреть наверх, то там... Что-нибудь. Погодите, вы тоже это видите? Что? Шпиль какой-то вышки, а самой вышки нет. Над нет. городом. Я вижу, да. Она просто в тумане теряется. То есть я тут вижу, гигантский я Empire вижу. State Building, выше? Что ли? Выше, смотри. Выше? Да, лол, да, что это такое? Вот что это? Это если это реально здание. Сейчас комбайны вылезут. А, я смотрел Железного Человека, у них там в воздухе база была. Точно-точно, щит называлась. Щит, ага. А я смотри, играл в DualShock Infinite. Чуваки, это гигантская телебашня. Да ладно. Охренеть. Останкино? Нет слов. Мы в там Москве? Шар наверху. Я не вижу красных мокасинов, приор и заниженных... Нет, заниженных приор и травматов. Заниженный таз радует глаз. Точно. Это не Москва, это какая-то другая башня. Да, это она. На крышах спутниковые тарелки стоят.
Хорошо. Появились зомби на нас. Вроде как в этой части города никого не было. Ленин, я вижу Ленина, блин. Он преследует нас. Гигантские билборды, как в GTA 5 сейчас в Лос-Анджелесе висят. Вот у Ленина круче, посмотрите, пожалуйста. Дэш пошел. Вообще отлично. Это на руку нам. Почему? Ну, потому что... Зомби слышны будут. Выстрелов не так бы слышны. И наше движение. Все, я у камня сижу, жду вас. Освещение включили, это хорошо. Мы тоже у камня, я перехожу на корты. Так, я предлагаю вот так по дороге потихоньку и продвигаться, потому что так оттуда будет проще. Направо будет бронебор юг по вывеске смотреть, а вперед будет центр города. Понял тебя, давай продвинемся в центр. Ну я жду вас у камня. Вы знаете, я бы даже... Велосипед стоит. Тебе везет на велосипеде, в предыдущей серии 2, сегодня один. Угу, он стоит. Я проверю его. Велосипед — это вообще лучший транспорт вообще в мире. Смотри, один залетает на велике, кругом проезжает, говорит, все спокойно, и другие заходят. Ребята, тут велосипед, а вот, да, он нормальный. Так, ну-ка. Все, так, ребята, оставайтесь тут, да. Ну давай, вперед, в центр сгоняй. Я понял. До вышки вот этой, посмотришь, можно туда подняться? Нет, я за Артуром. Договорились, вы давайте пока сами, разделимся. Я человек-разведка. Давайте разделимся. Да, отлично. После этого все началось. Невероятно, не убивать слишком много людей. У меня нет патронов для этого. Тут двухэтажный дом, это очень что-то большое. Увиди Москву, тут этот, господи, плакат. Увидь Москву? Увиди. Увиди. Увиди Москву. Это что-то, господи, это похоже на какой-то гигантский супермаркет. Так, я припарковался около гигантского супермаркета. Так, Шепард Командер. Так, если что, зомбили туда. В левый угол. Я так чувствую, что мы здесь упремся, это в тупик. Ох, какие хоррорные звуки. А я говорю, будто кто-то воет тут такой. Если бы на самом деле мы взяли все три велика, это было бы великолепно. Ну, это было бы очень смешно и круто. Да. Но кто же знал, что мы третий найдем? А вдвоем как это вообще сделать? Телефонные будки. Даже сейчас. Вообще это атмосфера. Я не думал, что будет вообще как-то влиять. Ну, светофор, ну мигают, и хрен будет с ним, Шепард, да? Шепард, пойдем за мной. Машина с фарами включенными стоит. Вижу. Что делать? Я подхожу ближе. Я левее обхожу. Если что, целься, будешь убивать. Вижу машину с фарами. Да-да-да, включена. Я на втором этаже, с М16 сижу. Я слева, я в общем сзади машины подойду. Короче, готовьтесь стрелять, если что. А я. Но мы добрые. Не бинокль. Нет, если по мне, если она без колес. А может, кто-то, исполнится? Видимо, залез, включил фары и ушел? Точно. Ну, чтобы... Вот я обычно так делал, когда машину находил, в которую сесть не мог. Погоди, я сейчас сзади подойду, погоди. Я ушел, я не прикрываю, нет смысла. Вполне возможно... Фары прямо на дом, возможно, в доме кто-то. В домах, в этих, в них можно входить. Да-да-да, там можно войти, но я никого не вижу. Фары прямо на дом светят. Вроде никого нет там. Погодите. Машина. Я к машине подхожу, спокойно. Зачем ты подходишь к машине? В машине никого нет. Я уже говорил это. Че, вырубить свет? Вижу человека около машины, вижу сел кто-то. Вырубил свет. Это Джек Шепард, я рядом с машиной. Ага. Понял вас, Джек, посмотри, машина нос смотрит. Видишь, двухэтажное здание, стеклянное. Я вижу еще одну машину дальше по дороге. Ладно. Так, что? Тут есть киоск какой-то. Машина смотрит носом. Севен, бронебор, полянка. Вон, если между домов во дворик посмотреть, двухэтажный магазин, я там. Угу. Надеюсь, вы поняли. Понятно, да-да-да, вижу. Так, Джек Шепард, пойдем за мной. Там сзади давай пожарка. Вышка, нет? Сзади вышка, пожарка. Магазин, между прочим, называется «Звезда», и здесь есть водка. Бери и балалайка все, есть? Погнали. Кто? Балалайка. Балалайка. К сожалению, нет. Так, мы к пожарке идем. И после этого начнем лутать эти домики местные. Может, там найдем чего, я не знаю. Ага. Хавать. Надо хавать очень сильно. О! Че? Секунду. Снейч. Лодувка для каждый дом. Вот. Отлично. Я нашел баг. Так, давай ты Артур наверх. Ты нашел Дейзи баг. Да. Но ты просто вообще уникален. Про. Никто не мог никогда найти в Дейзи ни одного бага. Я смог просматривать все через текстуры. Как но там наверху? Так и будет. Пусто. Пусто. Второй этаж магазина пусто. Первый этаж
Не полностью посмотрел, тоже пусто. Жрать нечего, вижу больничку. Третий этаж тоже голяк. Короче, пожарка вообще по нулям. Станаги есть? Ничего нет вообще. Магазин тоже ноль. Одни пустые банки стоят, как-то неудачно отреспаунилось это все. Да тут вообще ничего нет у меня. Вот на первом этаже чист. Я тихим ходом сваливаю с магазина. Угу. Так, Джек Шепард, там справа через дорогу стоит здание, пойдем в него? Вот это вот, да? Вот это вот. Хотя ты его лутай, я пойду следующее лутать. Следующее это какое? Около машины, которая. А, или на которой она светила. Нет, справа от машины прям стоит такой. Я вижу химический этажный. Свет, брать нет? Ты зачем? Бери, да, наверное, пригодится. Сейчас еще больше стемнеет, мы будем бедные. Здесь включается освещение городское, так что, ну не знаю, смотрите. Я бы взял, потому что я вот, например, в доме вообще ничего не вижу. Я вроде гамму особо не повышал, у меня достаточно хорошо все видно. Файры нашел. Так, я нашел чешский бэкпэк, он висит в воздухе, но это арм, сынок. Ты взял его? Ой-ой-ой, так, подожди, я чуть не упал. Не дай бог, я не могу его взять. Я нашел какие-то... Ammo Creates, какие-то ящики. Ammo Creates, это... Ящики с патронами, ну, то есть... Это из эдитора, то есть, да. Это как выглядит, как кемпинг-тент. Я нашел рюкзак. Я вижу хороший рюкзак, но я не могу взять. У меня руки не дотягиваются. Я вижу кодовый замок, он в воздухе висит вместе с рюкзаком. Что со мной не так? Господи, арма. Я нашел баг. Так, может от первого лица как-то получше получится. В этом кодовом замке еще батарейка есть. Не, вы знаете, в отличие от всяких Тавиан, здесь реально чувствуется душа, то есть в этом моде душа есть. Видели школу еще? Ли Энфилд, пацаны. Ну, молодец. Так, я не могу пройти, чтобы взять его. Охренеть. Нет слов. Я гоняю по городу, я вижу шестерочку белую, сейчас проверю. Никто не видит свет из моих окон, где я? Ребята, тут куча машин. Да. Нет, я имею в виду, они стоят, прям кучей целой. Ну, кар. Вообще тут куча. Но у нас, судя по всему, текстурно, не так это просто, я уверен. Да, не так уж это и просто, как я думал. Я два раза заходил на сервер и два раза находил машины. Так, бухло. Ой, как темно. А, нет, Ленфилд с патроном. Че, парни, М-ку тогда выкину? Подожди, куда выкинешь ты? Я сейчас ее у тебя заберу. Без патрона. На втором этаже тогда будет. Станаги найдем, что. Станаги я использую, если что, еще тоже. Поделим. А вот нет. Так, я тогда в рюкзак все закину, окей? Артур, из рюкзака у меня возьмешь? Я к тебе подхожу. Подожди, что это за... А, это ты светишь? Да. Я говорю, свет видно из окон, нет? Кока-кола. Я нашел еще какой-то очень большой магазин. Кто-нибудь хочет пить? У меня куча воды. Еды мало. Ну, здесь на самом деле получше. Почему-то. Я мух слышу, нет? Нет, это на вызове. Так, из чего я на первом этаже хожу? Я спустился. О, Алиспак, ты там не был. Что? Где? Артур, зайдите. Угу. Из рюкзака. Я превратился в маленького карлика. Нормально. Че? О-о-о. Взял? Подожди сейчас. А тут убил. Зомби, глаза горят. Подожди, куда ты ушел? Я же сказал, что не взял. У тебя эмка в руках. Нет. Окей. Подожди. Нет, это я туплю, она у меня выпала. Я никогда не привыкну к местной системе инвентаря. Она такая глючная, что это пипец. Это факт. Как так? То есть вот сейчас я не уверен даже, где эта М16 находится в целом. В рюкзаке, возможно. В моем рюкзаке? В моем рюкзаке ничего нет. В моем рюкзаке М16. Ну вот. Так, у меня Алиска, если что. Давай я кину ее на землю, а? Кстати, у меня пак еды был. Я зря прибеднял. Подожди, я ее возьму, все, я беру. Я нашел карту. Вот, шикарно. Так, теперь мои шансы на погибель резко возрастают, потому что народ видит, что у меня есть пушка. Ужас. Переговорщик из тебя, мягко говоря, так себе. Нашел кучу еды. Хорошо, двигаемся к Тешус. Ты где там? Если ты большой такой, это, да?
Магазин. Давай сказать, двигаться к огромной Останкинской башне. Я на юго... Ладно, неважно. На юго-восток от него. Забей, да. Короче, мы двигаемся к большой станции. По дороге найдем кучу интересных. Понял. Встретимся около Останкинской, да? Если что, у меня Ленфилд в руках. Не знаю, даже стрелять нет по людям. Если начнут по нам гасить. Если по нам, то как бы... Разговор короткий. Да-да-да. Окей. А ты думаешь кричать, мы безоружны, не стреляйте. Все, демократия. Быстренько проверю. Такое ощущение, что вот этот дом, он не особо входной. Хотя здесь я нашел коды лог. Химсвет я, если что, кинул. Не пугайся. Очень мало чего я вижу, на самом деле. Бегу обратно к своему велику. Джек Шепер, зачем ты меня палишь? Оружие, когда мерцает, типа боевой режим? Да. Это значит, да. Так, я сменил на чешский. Что-то как-то легко так находится они тут. Угу. Так же, видимо, легко и теряется. Я вот прям чувствовал, что мне сюда нужно зайти. Так, я на последнем этаже. Здесь еще два чертежа. Их я, пожалуй, возьму в сумку. Hero L1. Не знаю, зачем они. Зато знаю... так, подожди. Макс, ты бегаешь понизу, да? Я езжу там, ездил только что. А, ну я видел силуэт. Пакеты крови. Резко пакеты... двигался. Понятно. Где пакеты крови? Набирай сколько. В больничке беру все, что есть. Морфин. Артур-больничка как раз, кстати, чуть-чуть левее от нас. Это эпипен. Ребят, у нас эти морфины нет. Если ноги поломаются, это конец. Да. Ну, один потащит другого, а третий будет искать морфин. Крови набрал. Кровь есть. Морфина нет. Тут нет? Сейчас выхожу. Я набрал блупринтов. Я не знаю, зачем они потом выкину, видимо. Так, и Джек Шепард, я тебе рекомендую держаться подальше от меня. Я буду с фларой бегать. Хотя нет, пока не буду. Я пока все прекрасно вижу. Да вот нет, тоже тебе не советовал. Хоть пока контактов особо и не было, но... Мне кажется, что мы на данный момент одни тут. Сервак полный. Всегда так кажется. Так, хорошо, Джек Шепард, пойдем вперед. Там центр города, и там, походу, круто. Труп поломаю килограммовую клавиатуру. Так, я хочу дальше. Мне не нравится этот цвет, я хочу быстрее тут пробежать. Короче, где-то в этом городе есть, по-моему... секретная лаборатория. Башня-то входябельная. Я точно знаю, что она в одном из городов этих есть. Во дворе там стоит такой этот туалет. То есть будка. Заходишь в будку и попадаешь, собственно, вниз. Там идешь. Но во дворе, по-моему, пятиэтажного дома. То есть там буквой П стоят пятиэтажные дома. И в самом центре, там где-то в кустах, стоит эта будка. О, ДК, прикольно. А это автовокзал? Ты был на автовокзале, Шус? Нет, не был. Как а думаешь? Вот это не тот ли магазин? А, нет, магазин-то рядом. О, это... Мы короче, у телебашни. Я понял, я тоже у телебашни. Вход есть, нет? Насколько я вижу, нет. Тут площадь. Ну и нафиг ее тут ставить было. Ну это же круто. Это автовокзал около нее? Да. Тогда мы двигаем туда. Я понял. Я вижу вас обоих. Я слева от вас, да, я слева от вас такой дом, и там как будто строили, реставрировали здание. Ага. Я там сижу. Так, сразу со второго этажа зайдем. Давай. У меня небольшие новости, breaking news. Угу. На сервере не так много людей, как мы думали. Сколько? Я говорил ведь. Нет и 10 даже. Отлично. Ну, ладно. Так что если совсем темно станет, вот как у меня уже, то я думаю, фаер можно будет кинуть куда-нибудь. Я пробую подняться на... Я на крыше? Я кидаю фаер. Я пошел наверх. Я говорю, я кидаю фаер. Почему он не кидает фаер? Во, как светло. Хорошо, спасибо. Да, великолепно. Так, а теперь дверь. Я свечусь. Дверь закрыта. Ты на каком этаже, Джек? Никакого тут этажа больше нет. Я вниз тебя пошел. По лесенке поднимаюсь, там тупик наверху. Я за тобой. Внизу здесь на самом деле довольно круто.
Ну ничего. Ну вообще такой совковый. Угу. Вокзал. Да-да-да. Все так классно. Антуражик. Так, куда рвем дальше? Походу. А нет. Нет, казалось. Ну, а куда рвем дальше? Куда глаза глядят? Мы не знаем, что здесь где. На автовокзале. Вообще есть... продержись подальше от меня, потому что меня сейчас снимут. Ленин, а! Так, я предлагаю туда, вон в сторону заводской какой-то этой фиготы. Вон, видишь, там труба. Там магазин, ребят, идите сюда. Вот, да, вот правильно. Подожди, а что там флэром светится? С флэром кто бежит? Я. Прямо по курсу у тебя магазин. А с какого источника света такой свет яркий на здание? Справа, да? Видишь? Это дневное освещение, по-моему, нет? Не справа, знаю. Налево так. Блин. За магазином. Да-да-да-да-да. Ох, какой яркий фаер. Это не фаер, это фары. Это фары. Не, у тебя, Артур. У меня тогда. Это машина, сейчас скажу, какая. А, в ней мусор, кто-нибудь есть? Это мусорное ведро на колесах. А, нет, это КамАЗ. Это похоже на КамАЗ. А тут вертолет разрушенный, и у него труп солдата. Круто. В смысле... Еще одного. Это плохо вообще, труп? Еще или двое. Он, то есть... Не, а это как бы это... NPC бывшие. Кто к машине топил? Машине? Я у вертолета. А, вон вижу, да. Это ты, Джек. Это я, да. С Ленфилдом в руках. Угу. Вижу, грузовик написано. Это же с фарами. А может быть они изначально тут с фарами включенными стоят? Возможно. Так, ты в здании, на которое фары светят или нет? Ты меня спрашиваешь? Да. Не-не-не, вон он бегает. Я подожди, далеко на крыше. Нет, Джек Шепард бегает. Но я тогда в это здание сейчас рвану. Угу. Потому что по стеклам вроде видно, что внутри можно зайти. Хорошо, Джек, я за тобой. Давай. Машину проверили? Нет. Я пойду проверю. Я как раз хотел спросить, ну что-то. Так, я, короче, здесь лежит кодовый замок машины. Да нет, не ничего. Вообще, проект Зелона Земля. Хорошо. Это так, школа. Я понял. Я ухожу. Я без фаера бегу, если что. Угу. Я ухожу с крыши, бегу ближе к вам. А ну, то я чувствую, сейчас на спуске себе все ноги переломаю. Кстати, я нашел двор, ты говорил, такой пятиэтаж, внутри пятиэтажек. Угу. Не думаю, что это... Опа. А нет, это зомби с топором в голове. Ты где, Джек Шепард, на какой? Я на первом этаже. Тогда я на второй пошел. Ладно, мы тут кабинеты подписывались. Ну, ты сказал, я там в кабинете математики, например. Тут рюкзак чешский, кому надо? У меня я есть. Я бы взял. А у тебя какой уже? У нас в школе. Джек, у тебя какой? У меня чешский. Понял. Блин, ни хрена не видно. Вообще труба. Погоди, Артур сейчас будет. Не-не-не, так... Ну, ладно. Макс, вот где источник света, там прям... Уловил, я запомнил. Угу. Чертов Ленин смотрит на нас отовсюду. Да, мне кажется, пугает. Это заговор Ленина. Беру охотничий нож, беру... Возьми-ка кто-нибудь хитпэк. Деревянного коня не берешь? Он нам нужен, этот хитпэк? Да. Ну, у меня два есть вообще. Третий, давайте я его сам возьму. Тут стрелы для арбалета, самое важное. Так, я два хитпака. А у нас больше никто же, да? Да, нет. Окей. Выкинул. Черт. Я покушаю, наверное. Выкинул. Хорошо. Так. Я надеюсь, этого не слышу. Выкинул. Мы это слышим. Да, это музыка появится. Наверняка есть боли какие-нибудь. Конечно, никто. Ничего не было. Не-не-не. Сейчас может сработать такой, знаете, человек не взял трубку и нажал занято, значит, надо позвонить еще раз. Артур, ты должен это увидеть. Зайди, пожалуйста, в комнату с кубиками. Сейчас. То есть эти блупринты ты кинул тут, что ли? Да. Как ты мог? Блин, это же... Это же блупринты. Мне. У меня уже три блупринта. Ну, ты по ценирую. Таким вещам угораешь просто. Да. Я по ним угораю. Угу. А вот теперь прочитай этот плакат. Кадичева. Халло. О, халло. Люблю халло. Привет. Hello. Салам. Алоха. Сацри. Ака. Не ругайся. Здраво. Нас дети смотрят. Ахуй.
А теперь я прочитаю животных: жирафа, медведь, лисица, крава, свинья, пес, птичка и слон. Я так понял, вы в школе. Да, мы в школе. Да, Джека Шепарда начинает накрывать, когда он в школу попадает. Он просто сходит с ума. По Ленину стреляет. Да. Вообще. Так, хорошо, тут нифига нет. Мой индикатор еды перестал падать. Я думаю, это хорошо, кстати. Не забыть про рюкзак. Иду. Так, хорошо. Мы спускаемся на первый, да? Да, я захожу в школу на первый. Тут дрова лежат. Ну, за мной друзья. А мы уходим уже из школы, да? Все? Да, мы тут все посмотрели. Понял. Спичек-то ведь у нас нет, да? Ты... Есть. Нет, у нас есть спички. А я хотел брать дрова, нет? Или нарубим сами, если что. Да успеем, у нас пока жратвы нет, дров-то успеем нарубить. Жратва у меня еще есть лишний пак. Ну я на самом деле не знаю. За мной на самом деле. Давай. Пойдем на самом деле. Это не справа тот, который человек 26 метров мне показывает. Это мэн, это зомби. Это зомби, да. Все. Не, пугай, там, не пугайтесь, что-то... я тоже рядом. Хорошо. Там что-то. Ну, тебя там мы узнаем из тысячи. Ты узнаешь. Так, подожди. Нет, вот не это надо. Пожарка, это... Не начинай. Начинай. А справа там что подсвечивается? Вход какой-то. Че, давай я влево занят, ты вправо или друг за другом все-таки? Ну, там, я думаю, что спадет. Я думаю, примерно так и двигается. Ну, я велосипед оставил уже, если что. Окей. О, еще блупринты. Они и тут бывают, что ли? Офигеть. Ну все, ты нашел то, что тебе нравится. Блин, я нашел. Чудо блины, блин, давай блинов купим. Чудо блины? Джек Шепард, где я? Где ты? Ты видишь меня? Под землю ушел. Это просто вообще очень круто. Вот, да, великолепно. Вы зашли на заправку? Да. А, я вижу тебя, Артур, как дела? Нормально. А там есть что-нибудь в офисе? Понятия не имею, я здесь не гулял. Я загляну, пожалуй. Джек Шепард, ты куда упорол там вперед? Я не знаю. Он на заправке был. Телевизор, туалет. Так. Я нашел опять милицию, слышь? Да, я иду в милицию. Зажигаю флэр. Эх. О, отлично. Это что-то как-то в потемках-то не... У нас такое... Вот, Артур, я напротив тебя в здании. Тихое изучение карты. Еда, парни. Прям по центру лежит. Похаваем. Закупьте билеты перед входом в транспорт. Поняли? Поняли. Поняли, баночку я тут. Польска курва. Да. Совершенно беспалево тут ходим. Максим! Блупринт, я! Иди сюда, тут еда лежит. У меня есть еда, слушай. Слушай, не будешь брать, что ли? Слушай, возьми в сумку, а? За полтишок отдаю. Слушай, нет полтишка. О, Почта России. Обалдеть. У меня есть этот, зато. Прикинь, да, в постапокалипсисе работали до сих пор. Она просто никто разницы не почует, она что так не работала, что ли. Ну-ну. Так, вот это большое здание, это что? Я не знаю, давай зайдем туда. Давай. А вот там какой-то милиции перед тобой воздух. Да, ничего нет, пусто. А, нет, вот пейнкиллерсы, что это я обманываю? В милиции нет оружия, да ладно. Нету. Это какой-то прям-таки склад, ты посмотри. Что такое? Тут все развалено. Кто у нас бегает сквозь землю? Ты, что ли? Нет. А у меня бегает только кончик головы твоей, видать. Классно. Нашел М-ку, рюкзак в игре есть. М-ка. Станагов много к ней? Это магазин, Артур. Как насчет? Я не могу выбраться. Суши, дорогой, заходи, покупай суши, барашек. Тихо. Че у тебя там, сколько патронов? Ноль. Тихо, кто стрелял? Быстро, я стрелял. Это револьвер, да. Артур. Что? Артур, выпусти меня. Как ты туда попал вообще? Я не знаю. Я готов химический свет продать. У тебя же вон выход там справа. Я не могу выбраться. Вот и живи там тогда. Вон тут еды, смотри, сколько. Блин, из-за этой... Да тут нет еды на самом-то деле. Там еда. Вот, точно есть. В магазине, я так понял. Зомби. Да-да-да, здесь магазин. Спасибо, что кинул мне прям под ноги химсвет. Теперь меня совершенно... Привет, ребят, я зашел. Я тоже здесь. Так. Угу. Так, жратвы я набрал. Я, как обычно, завхоз. А у меня здесь очень много медицины и крови. Кстати, давайте зальемся. Кому крови мало? У меня пол здоровья. Остановись. Сижу.
Остановите доктор, это мне, а мне будет больно, доктор? Ты почувствуешь легкий укол. Только поначалу. Господи, мне уже страшно, доктор. Я закончил. Окей, это было не больно. Да. Швабру возьмем, нет? Зачем? Ну как, швабру. По-любому бери. Патроны для Винчера. Кстати, Винчер так апнули в этой версии, я просто в шоке, Дейза. Арбалет! Джек, иди сюда. Джек, иди сюда, забери станаги, я беру арбалет. Можно мне станагов тоже? Пожалуйста. У меня ампы, кстати, с гранатометом. Хорошо. Слушай, я бы, наверное, не, я с Ленфилдом буду. Вот станаги я даже брать не буду. Угу. Так, прикрывай меня, ко мне подходит, по-моему. Слышу выстрел Макса. Я не буду брать твою с гранатометом, потому что у него совершенно упоротые прицельные планки. Да, есть такое дело. Зомби, зомби под вами пытается возбить. Что? Господи, боже мой. Господи, что происходит, парень? Господи, слушайте, прям такие не знаю. Оно провалилось. Давайте уходить отсюда. У меня такое ощущение, что мы здесь можем запросто провалиться сквозь текстуры и умереть. У меня чувство, что мы здесь не одни. Нас бьют из-под текстур. Выходим, выходим, выходим. Аккуратно, не упади тут. Упал. Я не задет. Я вышел. Давайте искать укрытие и заканчивать эту серию. Куда дальше-то? А я, кстати, кто время вообще засекает? Silent Hill, мать. Так. Че Silent Hill? Здесь все норм. Темно так? Кто-то пишет ночь. Да ладно. По-моему, один из ближайших домов заходябельный. Yes. Ведите меня. Я сам, я не местный. Но мы тут тоже не были. Мы под фонариком на шоссе. Если там пойдем, то там точно можно. Зомбак с бутылкой бежит быстрее, он пьяный. Кого он пьяный, он просто может натворить дел. За мной идете? Да. Ололо, потому что я не знаю, куда я иду. Все очень плохо. Мы в дерьме. Ай, меня стукнули. Я вас потерял. Прям по дороге прямо бежим. Я прям посередине. А, все, вижу вас. Это называется совершенно просто стелс. Я без машины сегодня не уйду. Ну, то есть я не побегу в следующий город. Пойдемте налево, вон туда, вот к этой башне, к телебашне, и там, собственно, можно будет и закончить. Хорошо. Вот это она гигантская. Да, вот это вот вообще, этот населенный пункт, согласись, гораздо более интересный, чем на Чернорусе. Согласен. И вот это она бесполезная. И дело в том, что... Все рядом умеет. С ней, то, тут есть этот автовокзал, туда зайдем. Дабы снайпер с М107. И там переночуем. Да, переночевать было бы неплохо. Где снайпер с М107? Ну, положить бы его наверх. Вот, прям положить, не посадить. Там вот наверху по этим крышам, кстати, можно бегать. Прикольно. А Ленин смотрит на нас. Смотрит, удачи ему. Привет, Ленин. Скорее, подожди, это что такое? Что где? Это одна из этих штук, которые... А, нет, это просто телефонная будка. Короче, если увидите туалетные эти, такой небольшой домик, ну как это называется, туалетный такой... Угу. Кабинка, да. Это вот. Лаборатория. Заходите в нее, проходите сквозь стену и попадаете в лабораторию. Шикарно. Я просто в булли играл. А я спокойно, ты попадаешь мне сейчас. Тихо, 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 спокойно. Тихо, тормоз, сын. Есть. Так, так. Ой, короче, господа, его на втором этаже вглубь, там у нас будет база на ближайшие секунд 30, пока мы будем перегруппироваться для следующей серии. Ага. А потом двинемся дальше. Блин, этот город был крутой. Он невероятный. Так это уже второй такой крутой город. То есть мы первый не до конца, грубо говоря, посмотрели. Там еще гаражные кооперативы были, мы побежали, а тут еще что-то новое. Здесь тоже дофига домов было, которые мы не посмотрели на самом-то деле. Угу. Сейчас я подойду к вам и закончу. Да, на самом деле. На самом деле? На самом деле. На самом деле, да, 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 на самом деле. Так, а вы где, ребят? Мы на втором этаже. Понял, а вот и я. Ну, собственно, было классно поиграть с вами. Снова были на самом верху здесь? Джек Шепард говорит, там тупик. А, там понятно. Тупик, там не пройти. Мы пробежались, посмотрели еще один город. Продолжение исследования Ориджинса продолжается. С вами были Артур Блэк, Шестрел и Джек Шепард. Я прощаюсь с вами, до скорых встреч. Всего хорошего, пока-пока-пока. Всем пока.